это уже желание обоих сохранить все. Потому что, конечно, пока идет сразу, сначала привыкание идет, у каждого свои были какие-то заботы, и друг друга, может, где-то не понимаешь. Я вот раньше ездил там на гастроли, она, конечно, не понимала, что там, куда там на гастроли, причем едешь один, ее не возьмешь, денег-то ведь и не было с собой, чтобы как-то это дело содержать, да и дома кого-то надо оставлять. И она дома одна оставалась с ребятишками, поэтому... Для нее, конечно, это было тяжело. Вот. Но находили какие-то точки соприкосновения. Шли навстречу друг другу. Надо понять первого человека и делать ему уступки, потому что явно, что он не такой же, как ты. И никогда не будет таким, как ты. И то же самое делать не будет, что и ты.